Отсутствие оперативности у работе, изношенный автопарк. Такие порушения выявили супрацовники прокуратуры под час проверки подразделения худкой меддопомоги. Больше за все претензии у проверяющих было до служб Могилева, Бобруйска, Осиповицкого и Бобруйского районов. Подробнее в наступном материале выпуску. Подставой для проверок стали скарги жихару. Мовляв, доводится долго чекать худкую, а якость обслуговывания часом покидая ждать лепшего. Особливую актуальность эта проблема набыла под час сезонного росту захворываний. Имели место случаи несовременной передачи фельдшерами вызова бригадам скорой медицинской помощи. Так, поступивший от одной из жительниц города Осиповичи неотложный вызов был передан бригаде скорой медицинской помощи в течение 153 минут. При действующем нормативе не позднее 1 часа. Претензии проверяющих были и до изношенности автопарка. А кроме того, отзначили у прокуратуры, у 15 районах в области служба худкой допомоги не имела прямой телефонной связи с органами внутренних справ. А у 5 районах связь отсутничала и с организациями оховы здоровья. Не всегда обеспечивалась должная оперативность выбытия бригад скорой медицинской помощи по адресам вызова в городе в течение 15 минут после получения вызова от фельдшера, в иных населенных пунктах 30 минут. Такие порушения имели место у Могилёва, Бобруйску, Осиповичским и Бобруйским районах. По выниках проверки вынесено 18 актов прокурорского нагляду. Термин на ликвидацию недохопов – месяц. Наталья Ильинич, Виталий Алексеенко, Новин регион.